Число заболевших сибирской язвы на полуострове Ямал сегодня увеличилось до 20 человек. Среди них 8 детей. Все они находятся в больнице. Были проверены около сотни людей, те, кого эвакуировали из зоны карантина. У большинства диагноз не подтвердился. Некоторые уже выписаны. Как заявляют в Минздраве, можно считать, что вспышка купирована. От человека к человеку болезнь не передается. От людей не передается практически это заболевание. Это отдельные эксквизитные случаи соприкосновения рана к ране и так далее. То есть через кровь передача. Вот для того, чтобы заболевание передавалось, нужен носитель. И необходимо как бы непосредственный контакт с плохо обработанным мясом или как бы жидкими средами вот, носителя. Вот поэтому опасности нет. В тех местах о сибирской язве не слышали с 1941 года. Причиной нынешней вспышки, очевидно, стало аномальное жаркое лето. Ямал – это зона вечной мерзлоты, где снег начинает таять только в июне. Даже в самые теплые месяцы, июле и августе, температура редко поднимается выше 6 градусов. В этом году там уже несколько недель за 30. В результате земля, которая может более 100 лет хранить в себе возбудитель сибирской язвы, оттаяла. Добавлю, что накануне от инфекции умер 12-летний мальчик.